посмотрим, что там с рыбой. Ну давай, рыба есть. Не показывает рыбу, но рыба есть. Кефалька. Решил он сразу ее тут почистить от чешуи. А это советчики собрались рядом. Стрелял мужик рыбы, вода прозрачная, чего бы не стрелять. Маловато, конечно, рыбы. Но есть, но пожарить хватит. Все, сезон закончен. Погода не закончена. Местные начинают отдыхать наконец-то от отдыхающих. Устали. Так сказать, успокаивают нервы, кто как может. +28 градусов сегодня было. Очень теплый сентябрь. Морская вода 23-22 градуса.